Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа «Урбан». В студии по-прежнему Дарья Топузлеева и Светлана Занько. Партнер программы – компания «Куприт». Мы представляем новых гостей в нашей студии. Это Анастасия Скурихина, директор фонда развития территории «Земля жизни». Настя, добрый день. Добрый день. И Ольга Мамонова, которая возглавляет предприятие по сбору макулатуры. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Мы напоминаем, что программа «Урбан» сегодняшняя посвящена анонсу завтрашней. Мы анонсируем завтрашнюю дискуссионную площадку, которая инициирована Общественной палатой Кировской области совместно с Общественной палатой Российской Федерации. Тема программы, что мы будем... Тема дискуссионной программы «Что мы будем делать с мусором?» точно такая же, как сегодняшнего нашего «Урбана». И пройдет эта дискуссионная площадка завтра с 15 до 18 в Большом лекционном зале библиотеки имени Герцена. Собственно говоря, она открытая, как нам сказал Андрей Усенко в первом часе. Куда-то пропал. В первом часе «Урбана». Поэтому все welcome, что называется, но будет лучше, если вы поступите ответственно и зарегистрируетесь на сайте Общественной палаты Кировской области, либо просто позвоните в Общественную палату по телефону 64 54 30 и тоже так зарегистрируетесь. Да? Ну вот уже коллеги ознакомились с теми участниками, которые будут завтра на дискуссионной площадке держать слово, что называется. У меня тоже, Настя, у меня тоже, я вижу скептическое такое лицо. У меня тоже есть вопрос, а где, собственно говоря, состоится дискуссия, потому что масса выступлений. А поговорить негде. Да, и чиновников здесь много, и общественников здесь много, и экспертов здесь много профильных. И только полчаса в конце программы на обмен мнениями. Так вот я поэтому и сказала, что мне кажется, до 6 часов это все не закончится. Закончится. Закончится, потому что Андрей Леонид Чусенко очень грамотный и жесткий модератор. Это мы уже выяснили. Это мы уже выяснили. Вопрос в другом: кто нас услышит? Я сразу скажу нашим слушателям, что там будет Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области от начала до конца. Там будет Александр Александрович Галицких, секретарь Общественной палаты Кировской области. Там будет Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области. Там будут представители УЗС, там будут депутаты. Доклады наши они выслушают. Готовы ли они будут вступить в дискуссию, готовы ли будут они воспринять критику. Вот, собственно, по результатам этой площадки мы узнаем. Со своей стороны, наша радиостанция обещает, что обязательно всем участникам этого дискуссионного клуба мы пошлем приглашение на участие в эфирах радиостанции для того, чтобы они отреагировали на предложения и на критические замечания. Да, вот кто согласится, это мы посмотрим. Игорь Владимирович Васильев никогда не отказывается приходить в эфир отвечать, а вот с другими чиновниками возникают у нас проблемы, в частности, вот как раз с теми чиновниками, которые отвечают вот за всю эту историю. Но мы посмотрим. Может быть, получится. Итак, коллеги, мы должны сказать, что в конце прошлого часа нам позвонил слушатель и сказал, что нужно, конечно, работать над нашим сознанием, как мы относимся и к раздельному сбору мусора, и к чистоте вокруг. И он привел пример Германии, где колясочками люди вывозят, если у них там не стоят контейнеры, и везут на пункт приема и макулатуру, и батарейки, и прочие отходы, и что над этим надо обязательно работать. И привели в пример отношения регионального оператора подмосковного РТ Инвест. Андрей Шипелов, который гендиректором компании это является, сказал, что они уже сейчас разрабатывают приложение для смартфонов, с помощью которого любой житель сможет контролировать как соседей, так и свою управляющую компанию. В случае нарушения правил раздельного сбора и транспортировки будут сообщать рекоператору об этом. Они собираются накопить достаточное количество жалоб и потом выходить с инициативой о введении очень серьезных штрафов. Что касается Москвы и Подмосковья, мы знаем, как там все происходит. Они решили, они сделали. У них очень короткий срок происходит от момента принятия решения, там сбор информации, принятия решения, до публикации закона и наложения очень серьезных штрафов. Это правда. Вот когда мы такое предложение зачитали, наша гостья Ольга Мамонова сказала, это работать у нас не будет. Оль, почему такое отношение скептическое? Ну, вы знаете, мы с вами должны быть реалистами и понимать, что каким-то одним волевым решением, пусть властным, пусть с помощью каких-то санкций, мы эту проблему не решим, мы людей не переделаем. У нас масса нормативных актов, которые не работают, масса ответственности, которые не привлекаются.
либо освобождаются ввиду малозначительности. Есть же такая, да, возможность, вот по КАПу, например, ну, бросил он не туда бумажку, ну, что мы будем делать? Вот у вас возбудят производство, а потом его прекратят. Это лишняя административная работа. Кто этим будет заниматься? На кого это возложат? На правоохранительные органы? Ну, давайте вот тоже смотреть правде в глаза. Они не справляются даже с серьезными преступлениями. Они не будут этим заниматься. Не будут. Даже если это уйдет на какой-то определенный этап, мы все равно столкнемся с проблемой исполнения. Это, здравствуйте, уважаемые судебные приставы-исполнители. У нас на сегодняшний день вот каждый судебный пристав-исполнитель в производстве имеет порядка 500 исполнительных производств. Он физически не может за всеми угнаться. Плюс еще такая проблема. Должники наши довольно-таки хитрые люди, да, многие. И мы понимаем, что разъезжая на Лексусах или там Инфинити, да, они у нас совершенно безработные, неимущие. Не платят за квартиру. Да. То есть если человек, он по натуре не ответственен, а вот такие проблемы будут возникать именно с неответственными, да, людьми, с самонеорганизованными, то он и живет так же. Мы, ну, с сожалением должны это констатировать. Давайте слово мнение, Анастасии, да, передадим. Что, я могу сказать так. На протяжении 2 с лишним лет мы ведем проект «Вятка без мусора». И, собственно, задача этого проекта – переучить людей на другое отношение к жизни и вообще другое поведение. И я скажу, что это работает. Потому что людей можно переучивать с разными мотивами. То есть кто-то мотивируется тем, что это там вредит экологии. Кто-то мотивируется тем, что за это какую-то денежку получить, да, копит вторсырьё там, сдают. Кто-то мотивируется детьми. То есть у меня есть вообще масса примеров, когда люди приходили к нам на мероприятия, экологические там фестивали, и дети потом родители заставляли переучиться, потому что у них сознание меняется быстрее, а у родителей гораздо медленнее. И если говорить про круговую порогу, то, что вот было озвучено, да, комментарий там с Подмосковья, с Москвы, то ведь это всегда работало у нас на Руси. Круговая порога, если кто-то что-то не делает, ему устраивают темную, мягко говоря, тогда. Ну, то есть это, конечно, может быть, там нелегитимно так высказываться, да, но ведь не обязательно к этому привлекать судебных приставов там и всю эту систему. То есть достаточно с рекоператором вы просто какие-то налаживать вот эти вот информационные, так скажем, потоки, да, кто где что сортирует, а кто где не сортирует. И вообще, в общей сложности, если говорить, что, ну, то есть, у нас ничего не изменится, и там все так останется, так давайте будем сидеть и вообще ничего не делать. Давайте вопрос слушателям зададим. 211-101, номер телефона прямого эфира, 211-101. Готовы ли вы следить и за своими соседями в случае необходимости раздельного сбора мусора, там, и наложения штрафов, если будет накладываться штраф на весь дом, который не сортирует, а вы сортируете, а ваш сосед нет? Готовы ли поставить на свой смартфон вот такое приложение, отсылать сведения рекоператору, территориальному оператору, да? Готовы ли вы следить за управляющей компанией, которая вывозит или не вывозит правильно ваш мусор? 211-101. Как вы думаете, такая круговая порука будет работать у вас в доме с вашими соседями или нет? А я можно вот тут новость в кассу от службы информации? Заголовок, вот он прям для нашей сегодняшней... Наша служба информации. Кировчане зря сортируют мусор. Делают это постоянно или периодически. 40% участников опроса. Опрос провели ОНФ и выяснилось, что... 20%. Ну, видимо, постоянно или периодически. 20% — это, наверное, те, кто постоянно сортирует регулярно мусор. Занимается. Это тот мусор, то есть это не то, что относит батарейки или куда-то, то есть вот тот мусор, который выбрасываем. Выяснилось, что компания... В контейнеры. Да. Выяснилось, что компания САХ, которая занимается вывозом мусора в Кирове, контейнеры для раздельного сбора мусора попросту больше не обслуживает, так как это нерентабельно. И вот как с этими новостями выходить к людям и говорить: давайте сортировать мусор? Но пока что в Кировской области никто не выходит из чиновников, да, ответственных, с призывом сортировать. Это мы сейчас в Подмосковье, не забывайте, товарищи, приводили в пример. Хотя я бы хотела очень серьезную вещь заметить. В терсхеме, страница номер 4, я прям специально ее сюда принесла. Да, я вижу, выделено маркером. Да, выделено. У меня просто тут все примечания кругом. А есть такой документ приведен, стратегический, между прочим, «Основа государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года». И там пункт А стоит, что механизм должен быть предупреждение сокращения образования отходов, а также через запятую предотвращение образования отходов в источнике их образования. А источник образования — это у нас люди либо юрлица. То есть, соответственно, если с юрлицами там это отдельная система работы, так с людьми-то уж куда там проще. Вот что, как работать с людьми и с юрлицами, мы этот вопрос перекинем Ольге Мамоновой после короткого перерыва.
Урбан. Программа о городских проектах. Что мы будем делать с мусором? А такова тема нашей сегодняшней программы «Урбан». И эта же тема завтра будет обсуждаться на дискуссионной площадке «Так-то да». Площадка пройдет в библиотеке имени Герцена с 15 до 18 часов. Она открытая, каждый может прийти. И до перерыва мы задавали вопрос о том, собственно, как поступать с частными лицами и с юрлицами, почему платят, не платят за мусор, готовы ли сортировать. ПАС принимает Ольга Мамонова. Ольга возглавляет предприятие по сбору макулатуры. Честно говоря, для меня это до сих пор еще призрачная такая история. Я видела два ларька в городе Кирове, раскрашенные под дымку. И очень простые, совершенно вот простые ларьки, но совсем не рядом с моим домом. Один я видела на площади Конева, кажется. Да, да. А второй не помню где. В Коминтерне. А еще один есть у Гринхауса где-то. На Ленина. Ага, да. Понятно. Ольга, расскажите, пожалуйста, про свое предприятие. Действительно ли люди приносят сдавать макулатуру? Там, сколько это стоит? Будет ли у нас распространяться эти ларьки по городу? Какие у вас планы? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что люди даже обращаются. Очень часто звонят председатели ТСЖ и просят прямо вот установите нам эти контейнеры. И действительно, мы готовы, вот не только мы, но и другие предприниматели, которые занимаются таким видом деятельности, как приёмка вторсырья. Но мы на сегодняшний день столкнулись с законодательными барьерами. У нас на территории Кировской области было принято постановление 2 февраля 2018 года, согласно которому приемные пункты признаны объектами, связанными с предпринимательской деятельностью. И в связи с этим предоставление мест размещения объектов, таких без предоставления земельных участков, возможно только через аукцион. То есть, если согласно 1300-му постановлению правительства можно брать именно места размещения и избегать вот этих вот аукционов, да, то есть мы участок весь не берем, мы просто пользуемся вот этим вот местом, то наше местное законодательство ужесточило эту норму, и мы вот вынуждены будем выходить на аукцион. Мы полагаем, по нашим расчетам, в городе Кирове, исходя из количества жителей, необходимо установить от 35 до 100 вот таких вот пунктов. И в апреле этого года мы встречались в администрации города, разговаривали, да, администрация признает значимость проблемы, но пока административные вот эти барьеры убирать, судя по всему, не стремится, потому что нас обещали пригласить продолжить разговор, но вот пока господин Печенкин не нашел для нас места в своем Дмитрий плотном Печенкин. Графике. Да, 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 да. Отдел благоустройства. Да, да, именно вот он пошел нам изначально навстречу. Это было организовано при огромной поддержке Вятской торгово-промышленной палаты, членами которой мы в скорости надеемся стать. Они нам оказывают всяческую помощь в решении этих вопросов, но, тем не менее, как говорится, ВОЗ и ныне там. То есть мы эту проблему пока решить не можем. Но мы к этому стремимся. Я думаю, что установка приемных пунктов, она как раз-таки будет одним из вот рычагов, да, такой своего рода мотивации для жителей формировать привычку сортировки мусора, потому что за это люди будут получать деньги. И когда мы привыкнем элементарно на возмездной основе делить, отделять пластик, бутылку, сдавать за деньги, будет, все равно ты будешь разбирать этот мусор для того, чтобы часть сдать, там, часть выбросить. Это и большое подспорье, допустим, для людей с небольшим доходом, да, прямо скажем, вот мы все помним. Так опять же, это благодатная почва, понимаете, вот наше российское сознание, потому что в Советском Союзе это было повсеместно. Еще в начале 2000-х это было. Мы все к этому привыкли, мы все знаем, что это такое, и для нас вот это вот, вот то, что вот должно быть. То есть никакого противодействия, в отличие, вот как мне кажется, от каких-то там санкций, да, этого это не вызовет. Это будет воспринято в благодарность. Вот я хочу заметить, то есть, что... Вот, подождите, вы, Ольга, выступаете не за программами слежения и штрафами, а за то, чтобы были организованы пункты приема раздельного сбора мусора, там ПЭТ отдельно, макулатура отдельно, железо и так далее, алюминий и так далее, и люди сдают и получают деньги за это. Человека самостоятельно, чтобы он сам пришел к такому решению, что ему это нужно, чтобы у него он понимал, какой для него будет экономический результат вот в связи с этим. А дальше макулатура это куда у вас отправляется?
макулатура направляются на последующую переработку. Это в Кировской области или вы за пределы ее вывозите? Ну, вы знаете, у нас в Кировской области очень тяжело с переработкой. Вообще никак у нас переработка в Кировской области. Вот у нас, кстати, огромная проблема со стеклобутылкой, вот раз уж мы затронули эту тему. Вот у нас в Кировскую область ежемесячно завозится порядка 6 миллионов бутылок. Представляете, это около 2000 тонн стекла. На переработку направляется около 2-3%. И это при том, что у нас на территории Кировской области ни одного стеклоперерабатывающего завода нет. Но у нас в России есть... всего их два. Да. Куда это стекло будет девать, вообще непонятно. А на вторичной бутылке у нас работает тут только один завод. Все. Завтра руководство скажет, мы не хотим на ней работать, потому что это, ну, действительно, это экономически не так уж и выгодно. Это Вятич принимает обратно свою бутылку. Да. Да. Проблема в том, что в Советском Союзе была унифицированная бутылка, и ее, собственно говоря, туда-сюда крутили. Ну, там и страна была одна. Да, там один производитель. А сейчас 100-500 видов этих бутылок, и непонятно, что чему подходит. Крупные производители перешли на одноразовую. Вот практически все. Вот Балтика, Хеникен, они все уже на оборотке не работают. Мы поэтому что с этим делать? Однажды за пределами страны столкнулись с интересной ситуацией. В магазине попытались купить алкогольный напиток. Нам на кассе объясняют, что вы не можете купить алкогольный напиток в стекле, так как вы не принесли назад такую же стеклянную бутылку. Ну, Даша, я тебе могу сказать, а что мы из-за языкового барьера долго не могли понять. Думаю, господи, что вам нужно? То же самое происходило у нас в Испании. То же самое у нас происходило в Испании. Ну, такое с безалкогольными напитками. Тоже в стеклянной бутылке. И нам объясняла испанка на испанском, которым мы не владели, что вот она мне, улыбаясь, она мне показала, что типа, давайте я вам перелью, вот это вот, значит, выпейте, потому что мне нужна бутылка обратно, иначе вот как-то так. Это очень правильно, потому что бутылка стеклянная — это единственная вещь, которая практически вообще не разлагается. Ну, она лежит, лежит, да. лежит. Да. То есть если пластик хоть вообще распадается на какие-то там составные части, хотя тоже это очень спорный момент, что он не разлагается, там до молекул распадается, а стекло вообще нет. Вот не ответила нам все-таки Ольга, ушла от ответа, куда везете вы макулатуру, где ее перерабатывают и во что? Ну, заводы, переработчики. Из нее можно ведь сделать все, что угодно. Нет, вы знаете, где у нас ближайший перерабатывающий макулатуру завода? Кировская бумажная фабрика. Она принимает. Есть, да. Волжске, под Казанью. Мурыгина. Волжске, под Казанью. И скажите, пожалуйста, они принимают любую макулатуру? Как это вообще все происходит? Как ваш пункт работает? Расскажите. Нет, вы понимаете, макулатура, она бывает разных видов. И мы работаем только с 5-м классом опасности. Что это такое? Это не загрязненное никакими бытовыми веществами. Ну что это такое? Вот листочки у нас распечатанные, да, здесь вот, вот лежат. Вот ваши архивы, газеты. Да, журналы. Я, кстати, хочу обратить внимание, что с 2019 года у нас запрещается захоронение на полигонах большинства видов макулатуры и стеклобутылки. И что? И все. А приемных пунктов нет, переработки нет. А приемных пунктов нет, да. Вот этого всего нет. Да, кстати, да, и эту проблему надо комплексно решать. Из терсхемы, то по цифрам, которые здесь озвучены, 33% составляет макулатура в составе, морфологическом составе твердых коммунальных отходов. Настя, вы когда изучали вот эту терсхему, вы обратили внимание, что в нее не заложены заводы по переработке, мусоросжиганию, там, например, мусоросортировка, это нам хоть предусмотрено? Мусоросортировка предусмотрена, да, под Чепецк, где-то еще. Ну, я скажу так, то есть мы уже тоже как-то говорили с одними товарищами на эту тему, что если хотя бы будет сортировка, да, хоть где-то, не на полигон будет увозиться, все равно будет выход 15%. Но это всего лишь 15% от общего объема. Я помню, что нам Сах рассказывал, да, Михаил Шихов приходил и рассказывал, что на первоначальном этапе должна быть вот эта сортировка, и на первоначальном этапе в Кировской области просто на разные полигоны будут отвозить макулатуру, будут отвозить стекло и будут отвозить вот все остальное. Пусть пока полежит. Ну, вопрос, кто платит за эти полигоны, да, и с учетом того, что на полигонах таки запрещено размещение вот определенного вида. А я еще хочу сказать, что ладно, стекло или пластик будет мокрое, например, или там в органических остатках, то это можно отмыть, переработать. А если, например, макулатура, не даст только соврать, будет в органических остатках, то переработать это сложно. С ней ничего не сделать. Давайте сейчас расскажем еще про опыт все-таки Вятки без мусора. Настя, вы же в курсе, да? Расскажите, что вы делаете. Да. Значит, ну, у нас началось все с местечкового такого способа собрать людей, да, и как-то с этим вторсырьем что-то сделать. Просто стали проводить акции среди населения. Мы рассказывали, как нужно сортировать, на какие фракции, искали как раз вот предпринимателей, которые принимают различные виды отходов, и, собственно говоря,
в определенный день собираемся, люди нам приносят то, что они там намыли, причем мытые, все, сортированные. Где? Чистые. Где вы принимаете? Как правило, все во Дворце молодежи. Что вы принимаете? Значит, сейчас принимается вообще все, практически то, что можно переработать. Это стекло, это все виды пластика, которые можно переработать, а их 5. Макулатура, жестяные банки, алюминиевые банки, ну то есть пленка, ну то есть вообще все абсолютно. Кроме поливинилхлорида. Да, 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 ПВХ, да, естественно, вот. И, а что с этим ПВХ, кстати? Я тут внимательно читала, у вас выложено ВКонтакте в вашей группе правила сдачи вторсырья, так скажем. Ну да. А почему ПВХ не принимается и куда его девают? Ну вообще поливинилхлорид, если говорить о бытовой упаковке, мы же в основном работаем с бытовой упаковкой. То есть вот человек купил в магазине там набор, потребительскую корзину, все это съел, а как бы тару помыл, нам принес. То в ПВХ мало что пакуют. Во-первых, потому что он очень же токсичный, и в него вообще в принципе продукты-то нельзя паковать. Если пакуют, то это наказуемо. А так, если говорить про пленку, там, которая, не знаю, в огороде, садово-огородной, просто ее очень токсично перерабатывать. Поэтому переработчики не стремятся вообще ее. В доме молодежи сколько раз в месяц? Один раз. Один раз в месяц вы принимаете стекло, пластик, макулатуру. Да, жестяные банки, алюминий. Жестяные банки, алюминий. Кто эти люди, которые носят вам вторсырье? Я знаю двух таких. Мы уже тут сказали, в нашем офисе, вот в большом холдинге, я обнаружила двух таких. При том, что один из них прямо рьяно мне советовал эту тему. Я вам скажу, почему. Это, значит, это генеральный директор нашего бизнес-подразделения, вот газета «Бизнес-новости», «Шеф Тайм», Татьяна Завьялова. Я к ней подходила и говорила, что у нас тут предстоит такая тема. И, между прочим, вы тут, я смотрю, макулатуру собираете, а мы все еще нет, наша радиостанция. Я, кстати, собирала полтора года макулатуру, меня все за это ругали. Да-да-да, я помню, да. Значит, а вы, ты куда-то вывозишь? Говорит, я вообще считаю, это моя позиция, я сама организовала. Вот мы здесь, значит, все собираем, потом, значит, звоним, у нас тут вывозят. Я сама хожу в Дом молодежи каждый месяц, сдаю пубу, и, между прочим, видела вашего звукорежиссера там Алексея Коршунова, что ходит и сдает. Я Лёшу поймала на улице, говорю, Лёш, ты ходишь и сдаешь, значит, вторсырьё. Лёша такая, значит, паузу выдержала, сказала, ну, это вообще-то инициатива моей жены, при этом она сидит дома, я несу вторсырьё, говорит он. Но, значит, это большие беседы с детьми, это вот целыми семьями приходят и сдают вот это вот вторсырьё. Людей больше становится или как-то вот эта стабильная группа? Нет, больше, больше и больше. То есть вот у нас там сейчас около 2000 человек в группе, если честно, мы никого туда не звали. Мы бы, знаете, если честно, были очень рады и счастливы, если бы наши... В нашем городе работала система раздельного сбора. Мы бы не занимались этим, вот честно. Но поскольку у вас ведь это не бизнес-проект, насколько нет, я понимаю. Нет, это не коммерческий проект, который как раз объемы от вторсырья как раз хватает, чтобы покупать мешки для вторсырья. У вас вот работа вот как раз с тем самым сознанием населения. Да, да, это чисто перевоспитание. Помнит советские времена, да. Но сейчас не готовы этим заниматься. Потому что почему? Потому что базы нет. Потому что инфраструктуры нет. Да, вот иногда идешь по городу, ты несешь мусор в руках. Вот действительно, несколько кварталов нужно пройти. У тебя нет урны, да, просто. Когда нам говорят, давайте соблюдать чистоту, ну, извините, вот с липкой оберткой от мороженого, но немногие из нас пройдут. Да, очень, по 3-4 квартала. Очень многие хотели бы, чтобы работали синие-желтые бачки у них, и они вечно задавали нам вопрос, почему они не вывозятся, но мы-то откуда знаем, почему? То есть мы сами спрашиваем. Юдосах давно сказал, они же первые запустили эту историю много-много лет назад. Ну да, это дорого. Но это некуда везти, в том-то и дело, что нет переработки. И за эти долгие годы, вот мы сколько там работаем, 7 лет радиостанция работает, 7 лет мы с Сахом об этом говорим, 7 лет поднимаем тоже эту тему. Люди готовы, кстати, те, кто нам звонят, они готовы, хотят сортировать, хотят, чтобы это все перерабатывалось, но нет переработки. Да, нет. Ну, так скажем, знаете, есть возможности и агломерат делать, и гранулировать там, и хотя бы просто прессовать, отправлять где? За пределы региона. Где? Есть возможности. У нас в Кировской области есть те, кто прессуют. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать по секрету, что у нас очень неблагоприятный регион с точки зрения давления налоговых органов. То есть, чтобы организовать такой бизнес... Предприятия просто убегают перерабатывающие. Вот мы даже, занимаясь на основе патента услугами по приемке вторсырья, вот на нас сейчас оказывают давление и просят уйти с патента и перейти на упрощенную систему налогообложения, потому что им кажется, что мы вообще не должны не приобретать, не продавать.
А как мы должны, что делать в этих пунктах, я не знаю. Вот мы их откроем, сядем там и будем думать, как нам работать. Да, потому что, ну, доходит просто до маразма. То есть, да, у меня есть вот решение налогового органа, сейчас, конечно, в суд пойдем обжаловать. Ну, вы понимаете, что вы просто... закрылись? Или что вы чтобы перешли? Мы на упрощенку перешли. Ну, вы представьте, у нас цены... на вторсырье, они могут скакать в течение года несколько раз в разы вверх и вниз. Для того, чтобы работать на упрощенке, у тебя должен быть стабильный доход. Ты должен каждый там квартал, да, вот какую-то сумму зарабатывать. Расскажите, пожалуйста, сколько это стоит нереально. Килограмм макулатуры сейчас приемки? Ну, где-то от 3 до 5 рублей. От 3 до 5 рублей. А сколько стоит в приемке килограмм бутылки? Ну, где-то 7, стеклянный. 7-8. А стеклянный 50 копеек. Стекло 50 это одна бутылка. Рублей, ну, одна бутылка. Нет, килограмм. Килограмм, килограмм. 50 копеек. Да. Пластиковая. Почему килограмм? Это вы где так? Ну, это вот, видимо, с нами так работает, знаете, невыгодно в нашу сторону. Ну, вы же просветительской работой занимаетесь, а не какой-то другой. Прервемся на 1.5 минуты, у нас реклама. Урбан. Программа о городских проектах. Программа «Урбан» продолжается. Светлана Занько, Дарья Тепузлиева в студии. Анонсируем мы круглый стол завтрашний, что будем делать с мусором. По пути сейчас во втором часе разбираемся с бытовыми отходами, которые у нас образуются дома, и пытаемся выяснить, готовы ли люди к тому, чтобы сортировать свои отходы. У нас в студии Анастасия Скурихина, директор фонда развития территории «Земля». Жизни и Ольга Мамонова возглавляют предприятие по сбору макулатуры. А я хочу рассказать вот свой опыт вот на уровне изменения сознания. То есть я... Да ты скажи, что мы тоже тут сознание в офисе изменили. Ну... На радиостанции мы поставили на прошлой неделе коробки для сбора макулатуры. Касательно органических отходов, то есть у меня в свое время было очень много цветов, и я прочитала, что, оказывается, дома можно самому делать компост, то есть удобрение. Соответственно, та органика, которую ты дома производишь, есть такие вот кухонные компостеры, ты туда все это закидываешь, и на выходе получается вот эта питательная водичка, я не знаю, как это назвать, которую можно и в саду после где-то чай. Использовать, да, и цветы этим поливать. И я пошла туда, пошла сюда, и нигде их не нашла, и вся вот моя сознательность и инициатива на этом закончилась. Эта история, на самом деле, с переработкой мусора уже даже обсуждений это не стоит, потому что все технологии отработаны. Все заводы мусоросжигательные, чистейшие, без выбросов есть. Все есть книги на эту да, тему. Да, путь вот в чистую страну демонстрирует Дениса Старка, Настя. Там японцы острова из мусора накатывают, а американцы весь мусор в компост перерабатывают, удобряют все свои кукурузные поля. В Нидерландах поля. Делают обувь из гнилых манго. Совершенно верно. Это все есть, но, к сожалению, вот как раз, как мы выяснили, в нашей терсхеме переработка и мусоросжигание не заложено. Да, вот заводы эти самые не заложены. Мы видим, что активная работа идет в Подмосковье. Мы видим, что там конкретно там, президент сказал построить 200 там, мусоросжигательных заводов в Российской Федерации. Только не знаем, у нас будет это или нет. Ну, я тут тоже могла прокомментировать про МСЗ. Ну, вот, что, необходимо ли вообще это делать? Настя, что можно спорить, но вот мы приехали из Стокгольма, там МСЗ стоит в центре Стокгольма и вообще ничего не, воздух не выдает. Мало того, у них там ездят автобусы, на крыше которых есть специальные генераторы, в которых закладывается мусор, и они работают на топливе, которое из мусора перерабатывается. Подождите, и тоже ничего не выдает. Это кто делает? Муниципалитет. За свои деньги, да? Где? В Стокгольме. Да. Нет, бизнес кто делает. Это делает? Где-то делает бизнес, где-то бизнес. Зачем ему это надо? Разное. Нет, мусоросжигающие заводы... Они для тепла, для энергии. То есть они делаются для энергии, собственно говоря. Да. Конечно, можно, чтобы предприниматели это делали. Я хотела сказать, Это огромные деньги, во-первых, для того, чтобы его построить, нужны просто огромные деньги. На самом деле он себя отбивает. То есть я вот читала про программу «Чистая страна», где предусмотрено 5 МСЗ около Москвы и еще 2 под Казанью. А это первые 2 региона, куда правительство направляет деньги. Да. И у них специальные условия. Это Татарстан и Подмосковье. Там знаете, в чем фишка? Там фишка в как раз электроэнергии, то есть они хотят что сделать? МСЗ приравнять к возобновляемым источникам энергии. У малых городов построить. Да. Соответственно, эту электроэнергию они продают по совсем другой цене, по зеленому тарифу. Специальный тариф. Это правда. Механизмы есть во всем мире. Можно выбрать для себя лучшее и реализовывать, но... Но это не от нас зависит во многом. От нас с вами вдвоем, может быть, прямо сейчас не зависит, но чем больше мы будем об этом говорить и требовать на дискуссионных площадках и так далее, то, может быть, будет зависеть от нас. Я все-таки стою на этой позиции, что
не только сверху все может там вот решаться. Да, я вот, знаете, хотела бы еще отметить, что у нас на днях Госдумой был принят все-таки законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ физических лиц на доходы, полученные от сдачи макулатуры, образовавшейся в быту. Ну, конечно, непонятно, почему только макулатуры, почему остальное вторсырье у нас обошли. Мы тоже со своей стороны подготовили законопроект, чтобы и другие виды вторичного сырья бытового можно было сдавать без обязанности по уплате НДФЛ. То есть для граждан это тоже возможно, какой-то мотивация дополнительная будет. Хотя вот все-таки следует отметить, что, наверное, никто у нас от этого НДФЛ никогда и не платил. Вот я хотела сказать, что, мне кажется, даже никто не знал, что он должен платить. Слушайте, мы все время тут говорим о том, что там менять сознание граждан, заботиться о гражданах, снижать им тариф, чтобы они сильно там не разорились на вывозе мусора и так далее. Вот заметьте, мы по сегодняшней программе 2 часа идет Урбан, посвящен, и не первый раз мы посвящаем его мусору. Это точно. И люди не звонят. Когда начнутся звонки? С 1 января придут платежки, и каждого члена семьи будет платить там по 150, например, рублей. Вот и считайте, у нас в среднем в Кирове средняя семья – это 3,7 человека. Умножьте это на 150 в Кирове. Там в области будет разный тариф. И вот столько вы будете с 1 января платить, было, и тогда начнется. Было 35, вот тогда, стало 350. Да, там. Вот тогда начнутся звонки. Тогда начнутся звонки, а ведь обсуждение изменений в территориальную схему, обсуждение тарифа вот сейчас идет. В этот момент, завтра Куприт, территориальный оператор, будет подавать документы в счетную в комиссию по тарифам Кировской области. В ноябре где-то его должны уже будут принять. И все. А вот здесь у нас Роман Титов тут как раз говорил, что, товарищи, у нас вот тариф по мусору один из самых высоких в стране, там, который обсуждается. Да? Я хочу еще отметить, что это еще благодаря тому, что, видимо, слава богу, Тер-схема написана на нормах Министерства ЖКХ РСФСР 82 года. Красный. И там написано, что количество мусора, значит, 1,5 кубометра на одного человека там при плотности такой, то есть 300 килограмм. А на самом деле, по факту, один человек уже 450 килограмм мусора производит. Не, ну по факту никто не считал. Давайте. Ну, кстати, нет, у меня вот есть статистика. Я порылась, нашла. Вот по статистике каждый житель России ежегодно выбрасывает 150 килограммов органики, 65 килограммов пластика, 10 килограммов металла, а также 100 килограммов бумаги и картона, плюс еще 80 килограммов стекла. И 100 килограммов – это разный крупный мусор, обувь, да, мебель, то, что вот некуда отнести. Ну, вот мы о чем говорим, граждане, слушатели нашей радиостанции? Мы вам о чем говорим? Тариф будет, а мусорная реформа будет. Вот каким будет тариф? Как будет мусорная реформа в Кировской области осуществляться, зависит в том числе и от вас. Вот для этого завтрашняя дискуссионная площадка, для этого наши эфиры постоянные, для этого эксперты, для этого активисты. Так вот, когда происходит опрос, вот уже Даша на него ссылалась, опрос ОНФ о том, что 20% кировчан сортируют мусор, а еще 40% сказали, что скидка на оплату услуги по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов была бы серьезным аргументом в пользу сортировки. Mm-hmm. То есть вот есть тариф общий, но если вы сортируете, ваш дом сортирует, вы платите меньше. Вот это вообще никак, это, вообще никуда. Вот, а вот этот механизм, он должен быть разработан, просто должен быть, иначе у людей вообще не будет никуда. Но это один механизм. Второй, о котором Ольга говорила, что вы идете со своим вторсырьем напрямую, ну да, в пункты приема и сдаете. То есть мы же прекрасно помним, что дети бегали с бутылками из-под молока, из-под лимонада в магазин. Тогда конкретно стоит вопрос, Светлана, а за что платит человек, который платит... Вот я, например, сортирую, у меня получается одно мусорное ведро за месяц. За что я буду платить эти 450 рублей за 3 членов семьи, которые прописаны в моей квартире? Если мы делаем одно ведро в месяц, а они пишут, что я делаю там 1,5 тонны в год. Это не так. Это ты, Настя, знаешь. А наши слушатели не задумываются пока что. Они не задумываются, то, что да, что они будут платить за какие-то нормы, которые вообще непонятно, когда утверждены. Да, и не соотносятся с действительностью совершенно никак. Ну, я вот скажу, что 20 лет назад, когда больше уже, 22 года назад, нет, 20, я была когда в Канаде, меня очень веселила семья, в которой я жила.
Потому что я не понимала, зачем они замачивают посуду в отдельной раковине, ее там, значит, моют со средством, потом споласкивают. Когда можно просто включить кран, я еще такая, ага, а у нас-то в России вода в доступе, лей сколько хочешь. Я серьезно очень над этим даже издевалась, когда там говорила. Я не понимала, зачем у них там вот это тройное ведро, сюда, значит, эту щепочку, сюда, значит, фольгой. И они мне все время говорят, нет, Светлана, вот, пожалуйста, упаковочку от йогурта вот сюда, пожалуйста. Я думаю, боже мой, какие вот вам заняться они? Нечем. Это же надо, думаю. Живут в своем коттедже, хотелось бы к этой теме тоже немножко там затронуть, но мы же, наверное, не успеем. А вот это все делать. Это было 20 лет назад. Вот на каком... Вот, как быстро потерялось советское сознание, когда я сама ходила маленькая и сдавала стеклотрау старую, мы сдавали макулатуру, и у нас там были отдельные для помоев бачки, отдельные для оставшегося мусора. Все же это действительно было. Я к тому, что и только финансовые механизмы, и, кстати, там соседи друг за другом следят. Не дай бог ты свой мусор выставишь не в 5 часов вечера, и он там простоит больше 2 часов, например. Все, да, уже сразу же в муниципалитет. Дзынь! И вперед. И понеслась. И никто не будет выставлять мусор. Я сегодня уже приводила пример по улице Луганской. Проедьте, господа, вот сегодня проедьте по улице Луганской и посмотрите, это город Киров. Какие горы, так горы. Так вы хоть зазвоните в муниципалитет. Там. А это люди не заключают договора никто на вывоз. Никто не приедет. Люди кто не заключают вот договора на вывоз. Живу. Частный договоры заключены. Это. Все было хорошо. Бац, все контейнеры убрали. Во всем поселке. Вот у нас превентивная мера. Выяснили, почему? Да, администрация сказала, у нас нет денег убирать то, что вокруг контейнеров. Это по неофициальной, конечно, версии. По официальной они сами написали протокол от жителей поселка Садаковский. Одна из сотрудниц теруправления Октябрьского написала протокол, подписалась за нас. Они направили в Кировмонтаж уведомление к подрядчику, что мы, видите ли, сильно возражаем, что у нас там мусорные контейнеры. Все у нас нет. А мы живем с мусором. Вывозите, а вот так. Мусор. Вот я пишу в прокуратуру. У нас убрали их в сентябре или в октябре вот прошлого года. Вот я до сих пор упорно пишу в прокуратуру. А мы просортируем. Так вот, смотрите, у меня частный дом. Я должна что сделать? С 1 января буду. Купить 3 контейнера. Для кого? Вот у нас сейчас там Садаковский обслуживает только 30 сах. Секунд до завершения программы. Да. 3 контейнера на улице, 3 контейнера дома. Как? Кто это будет делать? А САХ еще и не будет региональным оператором. Как? Кто вывозить будет? А у вас САХ, да? Вот сейчас вывозят у всех САХ. Будет Куприт, но САХ будет, наверное, по субподрядчикам. Хотела сказать, суперподрядчикам. Мои 3 контейнера вывозить, да. Да, и я их все 3 буду оплачивать. Вот смотрите, я не знаю, будет ли завтра, возможно, дискуссия в таком режиме, когда можно будет друг другу пас отдавать. Ну, потому что тогда нужно брать один маленький доклад и его со всех сторон. Я, мне кажется, посади Игоря Васильева завтра, и 3 часа его со всех сторон бомбили бы вопросами и требовали от Игоря Владимировича цифр, инвесторов предъявить прямо сейчас, там, завод построить послезавтра, все бы вот это вот сделать. Но, по крайней мере, вот все вот представители власти, которые будут завтра, в том числе там будет, кстати говоря, Куприт в лице Ирины Тороповой, они выслушают все, что мы скажем, но вот, к сожалению, Ольги там с Настей не будет, но мы для этого, собственно, вас сегодня и пригласили в эфир, потому что эфиры наши, я знаю, и слушают, и читают, и там, и понимают, о чем люди говорят. А к вам, слушатели, еще раз обращаюсь. Значит, 1 января не за горами. Проявите сознательность. Готовься, они летом. Включайтесь, да, в этот процесс. Включайтесь в этот процесс. Поймите, что двигаться по программе мусорной реформы будем все вместе. В Кировской области к ней очень много вопросов на всех абсолютно этапах. Но там, у кого-то бытие определяет сознание, у кого-то сознание в итоге определит бытие. Все это, безусловно, взаимосвязано. Мы будем продолжать свои эфиры на эту тему и в программе «Урбан», и в особых мнениях, и в дневных разворотах. Благодарим компанию «Куприт» за то, что поддерживала «Урбан» в течение вот этих 2 месяцев. Для нас это было очень важно. Куприт наш партнер в программе «Урбан» был, и Куприт же является региональным оператором в Кировской области. Напоминаю, что это компания 60%, которая принадлежит муниципалитету на самом деле. И у нас к ней тоже будет много вопросов и по территориальной схеме, и по вывозу. Мы без них никуда. Абсолютно благодарим наших экспертов сегодняшних. Анастасия Скурихина, директор фонда развития территории «Земля жизни», и Ольга Мамонова возглавляет предприятие по сбору макулатуры. Светлана Занько, Дарья Топузлива, программа «Урбан». Да, до я встречи. Только хочу сказать, что расшифровка этой программы в этом уже номере источника новостей не будет, и не будет в следующем, и в позаследующем, в связи с тем, что компания «Куприт» не поддерживает больше этот проект с июля месяца, но все равно наша благодарность безмерна. Ну, на сайте вы программу всегда можете найти. У нас на сайте эхокирова.ру. Да.
Урбан. Программа о городских проектах.